Эта елка при входе в главный офис МФЦ сразу бросается в глаза. Мимо проходят сотни людей со своими заботами. Кто-то любуется ее украшениями, кто-то останавливается, чтобы прочитать письма на ее ветвях, и проходит дальше. Ну а кто не проходит мимо, так это дети. Под елкой они ищут подарки. Ведь именно эта елка должна исполнить их мечту о подарке. Это елка добра. На ней мы размещаем открытки. Это пожелания деток из школы-интерната коррекционного. Каждый заявитель при входе видит эту елочку. Он может подойти, взять открытку, посмотреть, что здесь находится. Никита, 13 лет, просит музыкальную колонку. И каждый, кто прочтет такое письмо пожелания, может купить этот подарок и принести его в МФЦ. Здесь его упакуют как ваше поздравление и отправят в школу-интернат. На сегодня уже упаковано больше половины подарков для елки добра. С каждым днем их становится все больше. Кто-то просит обычную куколку вот такую, вот бэби-гон, чтобы просто можно ухаживать было там за ребеночком. То есть это будет их личный подарок? Конечно, они с ним, да, спать будут, они вот под подушкой будут спать. Ну, в прошлом году мы тоже ездили в тот же детский дом. Детки нам подготовили, у них были заготовлены стихи, песни, там был фокусник, то есть вот они выступали, после чего мы уже, Дедушка Мороз им вручал этот подарок. Дети в школе-интернате живут дружной семьей, но любое новое общение с друзьями им не помешает. И подарки к Новому году самые долгожданные, особенно из-под елки добра. Сергей Берзин, Андрей Капустин, информационная программа «День».